Сейчас будем пытаться преодолеть с дороги съезд. Съезд с дороги будет непростой. Непростой, мокрый. Попробуем заехать. Если не получится, будем толкать вручную. Снимать прицеп и машиной выезжать. В общем, не знаю, как это будет. Посмотрим сейчас. Так, рассказываю, значит. Вот у меня команда. Команда энтузиазистов. Энтузиастов, как правильно сказать. Сегодня план такой. Пройти через лес, вырубки, лага и речки. На точку далекую, сложную. И сегодня мы будем преодолевать просто... Вот просто очень жесткие условия. Мокро, сыро, холодно, снежно, ветрено и болотно. Так что вот такие у нас сегодня дела. Если у нас все получится, выйдем на точку, на которой мы не были никогда, если найдем. И надолбим кучу кладов золота и серебра. Пока мы находим только клещей. Вон они, стая кабунов, которые клещей дергают. Что, много клещей, пацаны? Понятно, ладно. Зацепился, как лось с рогами, представляешь? Ага, блин. Вот так вот. Чего у него как антенна это? Илона Маск. Сегодня так не надо, пожалуйста. Надо туда-сюда качать. Итак, пути нас завели непролазное болото. Болото в пойме речки. Плюс завалы всякие, корневища выдранные. И кругом только кости, лежащие из этих луж, мертвых зверей. Так. Там не пойдем, туда пойдем. В общем, мы дорогу не знаем, нам туда. Но как туда пройти, еще непонятно. Если вы видите это видео, значит, мы выжили. Потому что Сережка Сусанин нас завел в самое, так сказать, самое дно. У нас снежок такой сыпется. Это как болото, это тоже речка. Это речка пойма, просто заболотенная. Ладно. Ничего страшного, у людей бывают и похуже, наверное, места. А мы так по лайту идем. Мы сухие, сухие, чё ещё надо? Итак, речка у нас глубока, широка. Остается только, наверное, я вижу это место только. Итак, нашли место одно для переправы. Здесь у нас самое, так сказать, не самое узкое место, где деревья, за которые можно как минимум держаться. Сейчас мы накидаем сюда сухостоя всякого, не сухостоя, а как он называется-то? Валежника сейчас сюда накидаем. За эти будем держаться, туда перейдем. Я думаю, что это вообще не проблема. Все, погнали. Кстати, вон там лазили звери какие-то, видишь, что падали. Сейчас мы этих нахерачим, повытаскиваем. Их просто надо навалить туда много и все. Здесь я не вижу проблем. Куда ты? Куда я сюда запишешь?
Единственный губернатор, что это? Что ты еще, да? Да. Я могу, конечно, здесь вот перейти. Ой-ой-ой-ой-ой! О, дядька, смотри какой. Так давай сейчас я перейду, допильнем там, докидаем вот это. Я что-то блять, что сделаем? Ну, сделаем. Ну вот тут уже готово, сушено лежат. Саш, выключи камеру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Все нормально. Как сказать? Так, ну что, мост построили, давай, двигайся. Тихонько. Держись за эти все штучки. Аккуратно. Не иди, но ступай осторожно, они катаются. Вот-вот сюда вот не надо было не ступать. Так. Палку в дно даже можешь не ставить, там глубина по горло. Следующий, давай, что ждем? Погнали, погнали. Все, пошли, пошли, пошли. Цигель, цигель. Как он там называется? Алюлю, русский турист, вайта, вайта. Вайта, вайта. Сейчас как уйдет, и вот тебе и вайта. Вайта. Так, пошла жара. Серега? А что я стою, курю? Стою, курю. Так, ладно, перебрались, пойдет сейчас Андрюша. Ну ладно, сейчас штурмуем вверх, вертикальная прямо гора-то. Водяная, землянки строить, то материал ушататься. Сколько здесь валежника, ох-ох-ох. Стоит еще сколько сухар этих сушин, будь здоров. Землянку на берегу речки, где Хариус водится, и зверюги одни живут, но не здорово. Только сюда хрен доберешься. Ну, на то и расчет. И я тут после грибочки пособираю. Сегодня Женьку грибами этими накормим. Интересно, мозги какие-то. Интересно, сдюжит или нет, непонятно. О, Наташенька. Какие отвратительные грибочки. Ты видел, что в середине? Нет. Сломать, они как какашки. Ну-ка. Сломай. Не буду вот так ломать. Давай на скрытую. И кто-то грибы эти собирает и ест. Да ну нафиг. Страшное дело. Нет, я такие грибы. Может, они съедобные, но я их не буду есть. Нафиг. Сережа выражает свое недовольство. Идем, значит, идем такие, и Наташа вдруг, я, говорит, возьму бересту для розжига. Ну-ка, покажи бересту для розжига. Ты хочешь... Это подушка безопасности для огня. Пионерский костер, что ли, разжечь? Кошмар. Два поисковика пытаются зацепиться за сигнал, но, увы... Вышли мы на эту поляну, на ней ничего не было, к сожалению. Здесь единственное, что пахали, сеяли овес, на медведе здесь лабаз есть, больше ничего. Серега выявил сигнал. Надо на лопату. Сережа, сигнал первый. Вот теперь у нас будет чайная ложка, нормальная, красивая. Шикарная ложечка. Смотри, что там, клеймо может есть. Клеймо однозначно. О, вторая сторона тоже. Нерж. Отлично. Вот. То есть мы сюда перлись через болото, через реки, чтобы найти вот эту шикарную ложку. У нас две ложки. Отлично, теперь у нас две будут ложки.
Мы забираем трофейную ложку. Да. Сережа, может здесь сервиз лежит? Давай. Наташа залезла на елку. Оборудование, просто можно здесь, наверное, вообще спать. Да, конечно, можно. Да. Слезай давай. Пошли. Это пошли давай. Вот только что было солнышко. И что сейчас? Отлично, да? О, зато не жарко, да? Сереже нравится такая погода. Я сам не поеду больше. Только что здесь ложку подняли серебряную. Солнышко было. И что теперь? Кто это сделал? Я только что солнышко светило. И на тебе. Вот так. Дороги нет. Нам да, нормальные люди здесь не ходят. Да вообще люди здесь не ходят. Звери только одни. Вот это залезли мы в болотину-то. Вот и солнышко вышло. Красота. Ох, я витамина С как надубасился с этими пихты нажрался. Вот это да. О, похоже, выходим. Так, а вот здесь беда. Вот она, основная речка-то. Ё-моё, как мы ее переходить-то будем? Чёрт, а. Ё-моё, блин. Вон там какие-то завалы через реку. Вот по этой и шёл. Здесь хоть есть за что держаться. Прям мост, мост. Вообще нормально. Без бузара просто. Не торопись просто. Так, надо осматриваться. Потому что клещи тут есть. Ну вот, вот и умничка. Итак, наконец-то мы выбрались из болота, из тайги. Перешли несколько речек, форсировали выше на деревню, на эту. Здесь 100% стояла эта деревня. Сейчас мы ее будем проверять. Может, чего и зацепим. Женька там уже дубасит. Наташа, как всегда, дрова пилит. Ну, а Серега... А Серега ничего не делает. А Сережа молодец. А Сережа молодец. Вот так. Чай! Все выкопано, перекопано. Смотри, что творится. Смотри, что творится. Женя, это капец. Это смотри. Вот так. Чай давай в Германию. Да ты тут все равно. Еще полтинник. И вот те битые, прикинь, да? Нет, тут бы копало. Между ям все. Прикинь, да? Вот это да. Какого года? Я что? Полтос. Андрей Полтос не находил. О. Тысячу лет Николаевский. Ага. А я еще ни разу не находил. Офигеть. Вот так. Ну что, потанцевал, значит, есть? Вообще потанцевал. Да. Так. Так, на, Жень, поздравляю. Ну-ка, надо по колее тут пробежаться. Благодарен. Ну вот кругом яма здесь вот просто вообще. Как Женя, вы это, я не знаю. Я не знаю. А я такой хожу, думаю, о, у меня находки. А у тебя, я Серег, король мира. Покажи, у тебя какая находка. Ладно, не стоит показывать. После портретного серебра это кажется, что так себе. О, я еще пломбу нашел. Три копейки покажу. У тебя.
Николая. Две зелененькая, кстати, может быть, вдруг там что-нибудь еще. Такого не бывает. Женька, махнем, что на ничего. Кому полтинники серебряные, кому Николая трехкопеечника, а мне? А мне выдали православный крест. Православный крест с молитвами мужской. Вот так вот. Сейчас я его помою, покажу. Вот такой крест. Сережки пряжка женская. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим на пряжку женскую. Красивая, наверное. Так. И не стал забирать. Мажоры поди какие-то копают. Вон здесь копаны, видишь, как, смотри. Яма на яме. Пряжка женская. Да что-то покоцано, ну ладно. Да. Девяносто два мощный. О, монетка. Николай. Так. Вот так вот. Зелененькая вся. Николай второй. Копеечка. Ладно, это радует, что сигнал есть. Подряд три сигнала, все рядом были. Серега говорит, к сапогу, говорит, монета прилипла. Сигнал выкопал, нет сигнала нигде. Ногой что-то провел, он бдзинь. Да. 97-й год, 1-2. Нет, нет, вот так вот она. Вот. Монетка. Слушай, ну есть монетки-то получается? Да вообще есть, как бы. Ну, полтинник серебряный выпал. Так выйти-то можно завершать. Все, можно валить сразу же. Первым сигналом. С первым сигналом полтинник, ё-мо, серебряный. Да как это так вообще? Ладно, пойдем. Даже не совесть. Такая вот штукенция попалась. Я вижу в ней застежку от книги. Церковной, Библии. Ну вот верхняя часть сломана, а так вот сюжетом с каким-то непонятным. Ладно, сигнал есть. Кольцо. Обручальное кольцо. И непростое украшение. Где там фокус? Вот оно. Крестьянское колечко из монет. Так, Серега там ходит. Че, Серега, есть там сигнал? Плохо. Ладно, продолжим. Серега опять зацепил такую находочку. Маленький-маленький свистулька такая, свистунок такой. Да это же прям вообще, вон еще остатки в ушке проволоки. Сейчас я ее почищу. Посмотрим. Ну это же совсем маленький. Прямо, наверное, покусали его варвары. Сейчас мы его помоем, посмотрим. Малюсенький свисточек такой. Прям совсем маленький, детский. Немножко продавленный, но он, по-моему, рабочий. Все, функционирует. Так, Сережа еще что-то несет. Эта тема вообще мне нравится. Свистульки, это прямо вообще, это вот тык. Так. Ключ. От сейфа, где деньги лежат? О, так он такой грязный. Слышь, ты чё? А чё ты такой грязный? А чё он не латунный? Я такие уже не беру, у меня таких уже много. А, это он взял и уродил мой прибор. На тебе вот так вот. Да, в карман положил, все, в карман положил, все. Спасибо. Спасибо, дядь. Получается... На этой деревне мальчуган когда-то свистел. Нормально. Класс. Класс, класс, класс. Кому полтинники серебряные, кому свистульки, кому хренульки всякие. Да сколько ж можно-то.
пойду я к Наташе. Снег. Я не знаю, я клещей не видел. Вот снег валит, падла, это точно. Наташка сидит такая, крошечка, хворошечка. Дайте, говорит, пожрать что-нибудь. Ой. У нас есть и трапа, шпеты. Да вообще, у костра-то можно все что угодно сидеть, хомячить, да? Нормально, погода. Вот это контраст. И только что снег валил, сейчас уже все нормально. Свинцовая печать, рижский бальзам. Значит, тут буржуи, значит, выпивали бальзамчик, так сказать. Или проезжие, как ты думаешь, Серега? Я думаю, откуда тут столько хороших. Ну, не то что хороших, интересных находок. Находки интересные. Так дорога поди здесь такая серьезная была, наверное. Выше деревни-то тоже такая прямо, вот прямо вообще не бедная. Да. Ножичек. Шурс по горлышку и все. Хороший такой. Забутованный такой, точеный. Много раз. Кухонный нож. Я, Андрюха, серьезно тебе говорю, что эту деревню стоит, наверное. Серега. У тебя? Прягу нашел опять. Так, Сереге отдаем находочки. Так, на, держи. Ну-ка, это что? Так это Австро-Венгрия, да. Ищи на клепку, что? Да. Сейчас буду искать. Ну, а может, тут и есть где-то. Да. Опять свою ложку нашел? Иконку я нашел. А, видишь, как круто. Такую эту странную. Я вот там, где ты копаешь, этот нашел, как я. Ух ты, красивая какая. На, посеребряная, похоже. Обалденно. Не, я только круглая, нашел, почему не понял. Лампу. Фашистская, реально. Да херу знает. Погода. Охренеть, какая погода. Просто мрак. Мрак. Серега вот опять принес находки. Андрюша сегодня ничего найти не может. Ничего. Андрюша ничего не нашел. Не каждый раз. Вот, монетки опять, крестики. А у меня ж бунь всякая, что-то вообще никак не могу зацепиться. И когда не можешь зацепиться, как-то грустно. Ну, ладно, хоть товарищи что-то находят. Все, давай, забирай, поздравляю. Спасибо. Так. Я вот этот куст зацепился. За куст жопой зацепился и говорит, все там есть. Тут монетка, там сейчас. Крестик, иконка. Все, короче, там ближе. Ох как. Вот так. Ни хрена себе погода. Так. Крестик пришел. Крестик. Крестик. Что-то точка мне вообще не дается. Не дается мне никак. Ничего не могу зацепить. Копано очень крепко просто. Просто очень. Ладно. Вот только что снимал здесь. Крестик показывал. Прозванивал. И тут трешка еще лежит. Ничего себе. Вот это поворот. Это ж надо так. В одной ямке лежали две находки. Сейчас я ее помою тогда и покажу, раз уж такое дело. Две цели в одной ямке. Туда хожу, ничего не могу зацепиться. Оттуда как раз и две цели. Вот так вот. Трешечка. Пшикалка, сейчас пользуюсь. Монеты мою, чтобы показать более-менее что-то хоть. Да, зелененькая монетка. Николая. Год какой. А сказать, это не Николай, похоже. Да, это 1870 год, Александр. Александр. Вот так вот. Нормально. Погнали. Сигнал, посмотри. Да, монет. Вот она. Копеечка Николая. Так. Идут дела потихонечку. Сережка там ходит,
Там полтинник был Николая. Здесь вот иду, вот монетки какие-то, крестики. Ну ничего интересного. Серега идет. Идет такой. Идет, идет. Машет клюшечкой. Вот здесь трешка, крестик. Здесь иду. И вот еще один сигнал. Ну, ерунда, конечно, но это пуга орлена. Сейчас я ее почищу, посмотрим во всей своей красе. Так. Ну, в общем-то, пуговица орлена. Что тут? Ой, потерял я ее. Блин, где она? Ну, такая шлепанная. Иду потихонечку вот так вот здесь между сигналов попадается вот так вот. Сейчас покажу. Вот. Вот он. Крест православный мужской. С молитвами. Сейчас я помою. Ну вот он помытый. Мне кажется, даже он с какими-то эмалями немножечко. Чутка, по-моему, есть. Красновато что-то. Да, наверное, с эмалями. Ну что ж. Сейчас обратно пойдем. Скоро, через болото. Так что крестик пришелся, так сказать, вовремя. Успел вернуться на свет. 94, вроде как, но с продрессью с небольшой. Серега говорит 50 на 50. Я согласен с ним. 50 на 50. Ну, а такие копать надо. Здесь вообще все, Серега, копать надо. Итак, вот он, четкий сигнал. И вот этого штукенца, это не простая штукенца. Это гирька, это русский фунт. Это гирька специально. Клеймо здесь есть, сейчас посмотрим. Вот такая гирька. Здесь указан. Здесь пробы и 12 золотников. Серега, сколько золотник один? Весь, не помнишь? В общем, 12 золотников. Я не знаю, сколько золотник один. Вон пробирное клеймо с левой стороны. Здесь 12 золотников. В общем, вес этой гирьки 12 золотников. Сколько золотник, я не знаю, надо загуглить. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас тоже какие-то клейма есть, но в общем-то... В общем, гирька неплохой, так сказать, сигнал. Пропущено, это хорошо. Ладно, все, наверное, это сегодня... На сегодня последняя находка. Сейчас мы выдвигаемся, значит, на стоянку и пойдем через болото, через лес до места ночевки. Ну, деревня, спасибо тебе за приют, за находочки, за впечатление. Не знаю, вернемся или нет. Сережка хочет вернуться. Я не точно. Ладно, все. Погнали мы на стоянку. На стоянке сейчас снимем все находки, покажу прямо. Ух, между ямок накопали. Погодка у нас солнечная, сейчас мы собираемся домой пойдем, а сейчас через 10 минут я на этом же месте сниму, как погодка меняется. За 10 минут. Кошмар какой. Кошмар. Переходили-то здесь. Ох, и Хариуса здесь, Серега, наверное. Ох. Снимать больше. Иди давай, ты как челюстки несу. Я хоть поснимаю, как вы падать будете поржухой. Не спешите только, пожалуйста. Таша, не спеши, хорошо? Идите осторожно, медленно. Она скользкая. Медленно, прямо, тихонечко. О, господи, а. Сейчас долбанется ведь нафиг. Наташа, подожди. Тихонечко, не спеши, пожалуйста, Наташа. Ты мне еще пригодишься. О, господи, как там. Ой-ой-ой. Бляха-муха. Ты чё мои нервы треплешь, а?
Ну-ка, палку мне брось вот эту, сможете? Нет, я что-то боюсь. Да не нужна. Ну ладно, хрен с тобой. Ладно. Да. Нарвите мне щавель, а? Без подснежного щавеля. Витамин С, Андрюша. Вот же он. Это щавель, да? Где? Да. Куда? Не, ну посмотри, вот листья, вот щавель, вот щавель. А это не то, да? Так вы все сожрали уже. На. Все, я уже взял. Сколько тебе надо? Я все взял уже. На. Не обосраться бы. Витаминчики. Радуга появится. А погода налаживается? Отлично! Ой, я расстараюсь. Ай, как корова. На! Закрой глаза и рот тоже. Что ты меня бьешь-то? У тебя там сугроб, блин. На единственный. С меня так не стряхает. Пожалуйста, будьте аккуратны, внимательны. Да, ты не торопись, главное так. Да, преодолеваем все трудности. Слушай, ну Хариус точно тут есть, Серега. Блин. Отлично. Двое перешли. Deutsche Soldaten. Unteroffizieren. Жарко было, кстати. Вайте, вайте. Идем до места. Вот медведь здесь драл кору дерева. Фиг знает зачем. Наверное, территорию метил. И фиг его знает. Не знаю, что они там делают. Прямо вон когти одни. Прям все в когтях разодрал. Точил когти, наверное, как кошка. Но это не точно. Ладно, мы пойдем дальше. Кажется, темно. А солнце, вот оно, стоит. Солнце стоит. Так сказать, еще не зашло. А темно, потому что тучи накрыло. И вот такой у нас снегопад валит. Весело. На кураже. Что, пойдем копать-то, нет? Там холодно. Давай. Может, у печки лучше, а? Давай, пошел! Первый пошел! Пошел давай! Давай, пошел! Давай! Стоим. Дверь закрой! В общем, это с печкой в палатке одно удовольствие, потому что у нас сегодня ветер, снег, холод, а мы спали в тепле и уюте. Сейчас пойдем покопаемся немножечко, но погода, конечно, просто отвратительная. Скоба от пистолета, скорее всего. Курковая скоба к пистолету. Древнему, наверное. Две копеечки. В таких вот завалах советские две копеечки. Здесь сдвигали все. И вот в этих отвалах
сохранилась монетка. Забираем. Первый. Значит, итог у нас за один день. Что мы здесь выделить можем, Сережа? На полу упал. Вот это мы можем выделить. Женя опять полтинник дернул. Как бы странно, непонятно. Тем не менее, это факт. Факт на выбитое мясо деревни, которая там, блин, все в ямах, все в дырах, в шурфах. Полтинничек зацепил. Это здорово. Это очень приятная находка, за что его и поздравляем. Только что за накладка интересная здесь была? Может, узнаю? Подскажите, четыре дырки такие здоровенные. Орел был или... Накладка. Может быть, герб, Серега, быть еще? Да. Герб остро-венгрии такой, накладка, накладной. Как будто как-то не по центру. Так вот и непонятно как-то, да. Вот здесь вот круглая хренотень, а здесь четыре дырки как бы не по центру. В общем, как-то странно. Может, кто-то скинет информацию, подскажет. Будем рады любой информации. Ну все, больше выделить-то нечего. А, Серега, вот какой цветочек, свисточек-то дернул. О, какой рабочий прям вообще. Красавчик. Детишки свистели, чуть не сожрали. Но, тем не менее, он рабочий до сих пор. Че, Серега, у тебя тут? О, иконочки у тебя, иконочки. Да, так себе, конечно. Ну, все равно, святые вещи. Отлично. Ну, Андрюше выделить нечего. А, нет, вот. Это русский фунт, гирька. 12... Золотников. Золотник не знаю, сколько стоит. Весит. Не помню. Ну да ладно. Вот. Что, все на этом? На этом мы и закончим. Рижский бальзам. Рижский бальзам, Сережа. Да-да-да. Вот. Не то, что Сережа, а просто тут лежит такая орляная непонятная. Орляная штучка. Это такой, это пломба от рижского бальзама. Вот это выпуклость, это веревочка здесь была. А от пистолета вон покажи. Веревочка. От пистолета была? Какая пистолет штучка? А, я не положил, сейчас, секунду. Самое интересное. Да хер знает, Лена. А вот еще. Предполагаем, что это... Как... От огнестрельного оружия. Да, от пистолета или от чего там, как бы... Стопудово. Защита курка. Хотя Серега говорит, это от кружки, говорит, держалка. Но я не верю ему, мне кажется, нет. Однозначно нет, потому что это курковая часть какая-то, защита. Каких времен, непонятно. Все, на этом заканчиваем. Нахрен, пошли домой. Все, больше ничего, надоело уже. Все, поехали давай. Все. Поехали, Серега. Поехали. Свет выключаем, находки быстро тырим. Я не умею свет выключать. Вот так раз. Слушай, а где полтинник-то, а? Полтинник где? Где полтинник? Серега брал, я видел. Серега, отдай полтинник. Да у Сереги там. Черт, а. Десятое мая. Да. Спокойно ты сейчас выйдешь.